Здравствуйте, сегодня буду делать замену термостата холодильник стеной. Выключаем холодильник с розетки и приступаем к снятию термостата. Сперва делаем разборку. Снимаем эту планку, снимаем ручку терморегулятора, откручиваем гайку на ручке термостата терморегулятора, откручиваем три винтика этих, снимаем крышку эту. Как мы разбираем, аналогично так и будем производить сборку. Запоминаем. Сразу пронумеровать маркером. Пронумеровали. Ослабляем здесь два винта крепления дверки и здесь запасных. Выкручивать полностью не надо. Тут достаточно ослабить. Головочку берем на 5. И сзади вот откручиваем эти все винтики. И снимаем крышку холодильника. Ослабеваем здесь один винтик крепления трубочки испарителя. И в самом отсеке холодильника тоже необходимо проделать некоторые операции. Берем нож и снимаем здесь заглушку. Вот такую заглушку сняли. Берем отвертку и откручиваем здесь этот винт. Все, открутили. И на себя выдвигаем эту крышку. Вот выдвинули. И вот видим, вот эта трубочка идет от термостата, трубочка испарителя. Откручиваем этот винт с задней стороны, вытаскиваем ее. Вот она здесь находится, ее вытаскиваем свободно. Все. Аналогично, как вынимали термостат, так и будем его заправлять по месту. Распрямляем эту трубочку термоиспарителя. Эту трубочку мы распрямили. И теперь заводим так же само в это гнездо. Вытягиваем побольше. И делаем определенную форму, как здесь есть. Вот она. Вот так вход здесь. И вокруг делаем помаленечку изгиб. Вот так по месту заправили эту трубочку. Вот так она должна выглядеть. И ставим ее туда. Здесь его трубочку это прокладываем поверху. Вот так заправлена данная трубочка по месту. Теперь берем эту крышку. Тут должна она сверху быть, чтобы эта трубочка входила в этот паз. Вот этот пазик должен входить вот сюда. Берем болтик и закручиваем. Эту трубочку подводим под крышку, загибаем здесь. Лишнюю трубочку здесь делаем петлей. Берем скотч и прижимаем. Здесь и здесь так же самое. И ставим крышку по месту. Все, закрепляем болты. Все ставим по месту. Подключаем все клеммы как положено. Включаем розетку и проверяем на работоспособность. Слышим. Холодильник заработал. Термостат значит у нас рабочий. Все, теперь нам остается поставить на маленький режим, чтобы убедиться, что вскоре он отключится или нет. Вот поставил я на самый маленький режим. Он наберет определенную температуру и должен отключиться. Холодильник работает. Открываем дверь и проверим, все ли в порядке внутри. Как видим, свет горит. Камера уже у нас холодная. Холод пошел. Сам процесс охлаждения холодильника пошел. Все. Теперь можно на место ставить эту верхнюю панель и закрывать декоративную планку этой панели. Все. Данная работа по замене термостата проделана нами. Надеюсь, это видео было полезным. Кто желает получать известия о добавленных мной новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.